Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Чиновников мэрии Кирова могут наказать за работу незаконной автостоянки. Прокуратура провела проверку законности использования муниципальной земли у дома 101А по улице Московской. Выяснилось, что 7 лет земля официально никем не арендуется. Город денег не получает, но парковка там существует. Мэрия 5 лет этой землей не интересуется, даже не проконтролировала, чтобы были исполнены решения арбитражного суда Кировской области по освобождению участка. После получения прокурорского представления мэрия провела демонтаж, сообщает прокуратура Кировской области. Также материалы направлены в полицию для оценки бездействия должностных лиц мэрии в отношении незаконно используемого участка. Программа «Экономика». Поступления в бюджет Кировской области выросли на четверть. За 5 месяцев 2021 года собственные доходы казны составили почти 13,5 миллиардов рублей. Они увеличились на 27% к аналогичному периоду прошлого года или почти на 3 миллиарда. Как поясняют в региональном Минфине, увеличение преимущественно произошло за счет поступления налога на прибыль организаций практически в 1,5 раза и акцизов на треть. В общем объеме собственных доходов налоговые платежи составили 96,5%, неналоговые 3,6%. Самая большая сумма по налогам НДФЛ – более 4 миллиардов. Экономика на 101 FM. 70 тысяч кировчан подали 3 НДФЛ в электронном виде. Возможностью не ходить в налоговую пользуются все больше жителей региона. По данным ФНС, на 1 июня 68 тысяч деклараций с фотографиями подтверждающих документов были представлены кировчанами в электронном виде, в том числе с помощью личного кабинета на сайте ФНС России или его мобильной версии приложения «Налоги ФЛ». Срок подачи деклараций по полученным доходам в прошлом году истек 30 апреля. Налогоплательщики, имеющие право на получение налоговых вычетов, могут подавать в налоговые органы декларацию 3 НДФЛ до конца года. Экономика. В завершение о валютах. Курс доллара опустился уже ниже 73 рублей, сегодня 72,93. Евро стоит 88 рублей 65 копеек. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.